Сигнальная лента, бетонный блок и два альфатора. Межквартальный проезд на улице Королева перекрыли несколько дней назад. Жителям двора мешал постоянный поток машин. Скорость транспорта не ограничивала дорожный знак «Жилая зона». А в 2011-м здесь произошла трагедия. Насмерть сбили ребенка. Сделали здесь дорогу, они гасают как сумасшедшие. Выдержать это и идешь, чтобы тебя машина не сбила. Самовольным перекрытием дороги согласны не все. Противники говорят, из-за бетонного блока здесь не может проехать ни пожарная машина, ни скорая помощь. Они сказали, что это им депутат сделал дорогу их дому, и поэтому они не хотят здесь пропускать машины из других домов. Проезд перекрыт и с улицы Левитана. Состояние двух дорог, ведущих к этим жилым домам, оставляет желать лучшего. Оттуда машина пробирается, как в лабиринте. Вот это с Глушко. Заезд с Глушко, вот к этому огромному комплексу. Заезд с Глушко. Вот улица Кастанди. Значит, здесь стоят машины, и одна дорога на Ильфа и Петрова. Значит, вот эта сторона левая вся от нас, левая сторона, вся в люках продавленных на метр. Мнения соседей разделились. Одни считают, искусственный барьер нужно оставить или хотя бы установить лежачих полицейских. Другие настаивают, проезд необходимо сделать свободным. Здесь такие ямы были невозможные. Сколько стоило нам здоровья добиться, чтобы сделали эту дорогу? И что? И снова никто не обращает внимания ни на знаки. Левитана открыта. Посмотрите. Возмущенные самовольным перекрытием межквартального проезда обратились в городской совет с требованием убрать бетонный блок. Люди готовы выходить на акции протеста. Ольга Китик, Евгений Чменцев, Думская ТВ.